Привет. Я тут пересматривал свое прошлое видео, в котором пару лет назад вел курс по Django программированию. И так понравилось, так кайфанул. Ну, в том плане, что действительно клевые вещи мы делали. И несколько человек прошло его, у нас работают. Клево. Я подумал о том, что, наверное, дозрел до момента, или снова открыл для себя момент, чтобы снова писать, свои мысли записывать, потому что много интересного вокруг. Причем мне не нравится формат Инстаграма, потому что, как это все началось, да? У подростков сейчас есть, гаджеты. В руках, да? Или давайте по-другому. С предисловия. Ты вот такой Инстаграм снимаешь, и только что-то захотел сказать, у тебя закончился сторис, вот эта штука прокрутилась, все, ты такой мысль не успел сказать. Проба ушла житься в это время, да? И это так бесит. Но больше всего бесит, что оно пропадает. То есть я хочу записать какую-нибудь мысль, которой я делюсь, какую-то ценность передать, а эта фигня исчезает. Вот, я долго для себя сформулировал и сейчас вот понял, что вот эта штука вообще мне не нравится. А предпосылка в том, что человек вот так вот держит телефон. Вот так вот, да? Рука устает, и ты не можешь долго держать ее. Не можешь. Поэтому вот эти все короткие фразы, да, но они не дают, это другой инструмент просто. А я хочу сказать, длинные мысли не ограничиваются в минуте там или в 15 секундах в сторис. Вот, поэтому вот я для себя открыл YouTube снова, да, переоткрыл. И хочу какие-то вещи фиксировать, потому что очень много, да, всяких способов оптимизации своей жизни, какие-то привычки, паттерны, да. Меня бесит, что на Ютубе такая поверхностная информация в основном, типа 10 способов, как стать миллионером, а при этом тебе рассказывают, что тебе, да, нужно там работать, или ты должен быть замотивирован, энергия у тебя должна быть, давай спортом занимайся, вот, красавчик. Они такие все эти советы, они классные, но они очень абстрактные, да. Существуют тысячи способов приложить способ вставать рано утром. Кстати, вот один из первых, которым я пользуюсь. Для оптимизации, да. И хочется вот что-то более конкретного. Типа не создаваю себя аффирмацию, да, какую-то. Или не читай книги, используй историю богатых людей, как они это сделали, да. Да, как бы хрен где найдешь эту историю, потому что это ошибка выживших, никто не делится информацией. Они рассказывают истории, да, красивые, которые классно вписываются, которые всем нравятся, но это, не то. И поэтому вот я хочу что-нибудь такое, знаете, прямо вещи, которые, во-первых, мне помогают ими делиться, во-вторых, делиться это просто хорошо, это тебя открывает, ты открываешься миру, мир тебе возвращает обратную энергию, знакомство и так далее. Я таким способом через открытие, когда переезжал в Калифорнию в 2014 году, только через свой блог получил, наверное, 300 минимум самых клевых людей из Кремниевой долины. Мы стали дружить с кем-то, тусоваться. То есть я прочувствовал этот мир как свой, да, меня восприняли как своего, я люблю этих людей. Вот.
Ну, просто это клево, да? Вот очередной инсайт в том, чтобы просто делиться, просто говорить правду, без приукрас, да, там, без раздувания щек. Потому что what the hell? Никто не знает, сколько мы будем жить. Пандемия, да, многих заставила задуматься о том, что, собственно, какие у тебя ценности, чему ты время посвящаешь. Многие подумали об этом, поняли. Поэтому раздувание щек – это так, для новичков, скажем так. Вот, такую мысль хотел сказать еще в это видео. Блин, мне так нравится, что мне не надо торопиться, я могу сколько угодно рассуждать. Так, очередной лайфхак. Кто, ну, многие знают об этом, но кто-то там удивляется. Блин, используйте скорость на Ютубе. Вот там вот есть внизу шестеренка. И берете, переключаете. Моя жена смотрит на двух всегда, там максимально два скорость. Мне кажется, надо больше уже водить. Я смотрю на полтора-два, в зависимости от содержимого. Если какие-то новые вещи, то меньше ставлю. Вот, если что-то такое быстрое, два тоже нормально. Ты экономишь время, все равно все понятно, все классно. Так, сейчас, секундочку. И поэтому, мне кажется, вот это очень... Я водички не люблю, застрял. Очень много поверхностного. Да? Супер много поверхностного. Блин, но... Да, это классно, но эти шоу, мне кажется, тоже начинают поднадоедать. Это надоедает. Окей, может быть, ну, то, что я говорю, да, не всем будет полезно, но окей, мне всех и не нужно. Да и в принципе, просто, ну, это я для себя делаю, просто чтобы оставить какие-то такие штришки в материи, знаете, чтобы можно было вернуться. Я, кстати, в своем блоге, у меня есть статья про то, как планировать рабочую неделю. Я сам очень много раз ее перечитывал. Там что-то несколько тысяч просмотров, ну, не помню, 2-4 тысячи, может больше. Короче, я сам много раз ее читал, точно больше 10, потому что эта штука, правда, офигенно тебе позволяет степ-бай-степ двигаться. А просто по жизни, по работе, по всему, что ты себе запланируешь. Потому что обычно человек вот такой вцепился в спасательный круг, да, и не может, не знает ничего делать, крутится везде. Вот, а эта штука step by step тебя проводит по жизни эффективно, ну, смотря от того, что ты хочешь. Это, ну, элемент такой осознанности, когда ты, ну, понимаешь, куда движешься и, ну, можешь прийти к этой цели. Чтобы открыть Америку, нужно как минимум к ней поплыть, вот и все. Поэтому обязательно ускоряйте. Я ускорил себя вот на том видео, который ну, для Джанка курса записывал. Кайф, нормально, потому что я медленно говорю, хочу порассуждать там, да. Это точно надо мотать. Ну, на ускоренной скорости нормально будет. Короче, попробуйте. Это очередной инсайт. Или способ оптимизировать немножко себя, да. Вот. Как-то так. Будем укладываться в небольшое количество времени. Никакие даты выходов видео нет. Как говорят на Ютубе, лайк, подписка, колокольчик. И увидимся скоро.